Друзья, добрый день, вы на канале Boston Technic. Меня зовут Николай. Сегодня у нас на обзоре трактор Yamaha 1988 года выпуска. Трактор стоит на долгом хранении. Резина в достойном состоянии, послужит еще. То есть она не требует замены. Вот непосредственно простаивает уже долгое время. Конечно, для работы придется приложить руки. То есть местами вот отсутствуют трубки. Необходимо будет посмотреть, заменить. Ну так, то есть стал своим ходом. Есть сварные швы. То есть укрепление. Вот укреплялись такие места. То есть данный трактор был экскаватором, то есть установку сняли, то есть он использовался чисто как транспортировщик. То есть вот здесь сделано самодельное прицепное устройство. Также есть ВОМ, валотбор мощности. Состояние кабины. Все запылилось, то есть он долго стоит, как я уже говорил. Друзья, если будет желание приобрести такой трактор, то есть обращайтесь к нам. Звоните, пишите, будем ждать ваших звонков.